Привет! Сегодня будем снимать дроссельную заслонку на Ravone Gentry. Для начала отключаем аккумулятор плюс. Снимаем патрубок. Откручиваем. Датчик. Сняли. Отсоединяем разъем дроссельной заслонки. Чуть поджимаем, и ничего не происходит. А теперь происходит. Откручиваем 4 болта на дроссельной заслонке. До удобства, конечно, можно было снять воздушный фильтр, но мы его не сняли. И взять поменьше воротов. Первый пошел. Теперь снимаем дроссельную заслонку аккуратно. Там колечко, видите. Вот, теперь смотрим. Тут вроде как чисто. С этой стороны есть нагар. Купил такое вот средство для очистки тормозов. Оно подходит для всего. Некоторые двигают заслонку, но мы не будем двигать ее. Можно взять щеточку. Только такую, чтобы волосы не опадали с нее. Вот приехала гоночная машина. Феррари. Привет! Сегодня будем снимать дроссельную заслонку на Ravone Gentry. Для начала отключаем аккумулятор плюс. Снимаем патрубок. Откручиваем. Датчик. Сняли. Отсоединяем разъем дроссельной заслонки.
чуть поджимаем, и ничего не происходит. А теперь происходит. Откручиваем 4 болта на дроссельной заслонке. Для удобства, конечно, можно было снять воздушный фильтр, но мы его не сняли. И вязать поменьше вороток. Первый пошел. Теперь снимаем дроссельную заслонку аккуратно, там колечко, видите, вот. Теперь смотрим, тут вроде как чисто, с этой стороны есть нагар. Купил такое вот средство для очистки тормозов. Оно подходит для всего. Некоторые двигают заслонку, но мы не будем двигать ее. Можно взять щеточку. Только такую, чтобы волосы не опадали с нее. Вот приехала гоночная машина. Феррари. Помыли дроссельную заслонку. Вот так она теперь выглядит. Резиновое колечко с силикончиком. Чтобы оно не задралось и не пересыхало. Дроссельную заслонку поставили. Теперь будем ее подключать. Все, клацнуло. Так она должна стоять, когда она закрыта. Внутри гофры тоже все помыли. Все собрали в последующем порядке. Теперь будем заводить. Помыли дроссельную заслонку.
Так она теперь выглядит. Резиновое колечко с силикончиком. Чтобы она не задралась и не пересыхала. Дроссельную заслонку поставили. Теперь будем ее подключать. Все, клацнуло. Так она должна стоять, когда она закрыта. Внутри гофры тоже. Все помыли. Все собрали в последующем порядке. Теперь будем заводить. Привет! Сегодня будем снимать дроссельную заслонку на Равоне Джентри. Для начала отключаем аккумулятор плюс. Снимаем патрубок. Откручиваем. Датчик. Сняли. Отсоединяем разъем дроссельной заслонки. Чуть поджимаем, и ничего не происходит. А теперь происходит. Откручиваем 4 болта на дроссельной заслонке. До удобства, конечно, можно было снять воздушный фильтр, но мы его не сняли. И взять поменьше воротов. Первый пошел. Теперь снимаем дроссельную заслонку аккуратно. Там колечко, видите? Вот, теперь смотрим
Тут вроде как чисто. С этой стороны есть нагар. Купил такое вот средство для очистки тормозов. Оно подходит для всего. Некоторые двигают заслонку, но мы не будем двигать ее. Можно взять щеточку, только такую, чтобы волосы не опадали с нее. Вот приехала гоночная машина Феррари. Помыли дроссельную заслонку. Так она теперь выглядит. Резиновое колечко с силикончиком. Чтобы она не задралась и не пересыхала. Дроссельную заслонку поставили. Теперь будем ее подключать. Все, клацнуло. Так она должна стоять. Оно закрыто. Внутри гофры тоже. Все помыли. Все собрали в последующем порядке. Теперь будем заводить.